Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Нормально. О, это машина. Это машина. Сегодня чуть меня переходил улицу. Даже вот такой вот, как заезд во дворе. Не пешеходный переход, ничего. С руками вот так вел велосипед, он мне уже сигналит. Уже я ему мешаю. Понимаете, пешехода не успевает. Еще чуть-чуть. Ему надо. Еще чуть-чуть, уже бы сбил меня. Но многие из нас так и не увидели такого света. Но это дело. Номер записал. Ай, да ну его, чертям. Что с ним связывается? Он же молодец. Ну, смагаюсь, ладно. Ну что, слава богу. Но птицы... Спасибо. Птицы пока не падают, вроде все нормально. Зима посвежела. Воздух свежее стал. Птички бедные есть, хочешь кричать, бывает. Ну, на это находят, людики бросают хлебушек. Мы посадим леса! Мы разведем здесь леса! Мы разведем здесь много лесов! И дышать будет хорошо! Эх! Но свежее воздух стал. Свежий, да. Да, хороший воздух уже стал. Желаю тебе успехов. Спасибо, и вам всего хорошего. А я вот только теперь понял величие разума.